«Осторожно, дети. Новая выставка в Музее искусства Петербурга 20-21 веков». 110 авторов, живописцев, скульпторов, графиков, видеоартистов высказались на тему детства. И детство, и дети в их представлении – это не всегда милые ангелы, тихие робкие малыши. Многие художники, думая о цветах жизни, использовали далеко не пастельные тона и изобразили далеко не идиллические сюжеты. Все стереотипы сломаны. Тем интереснее было посмотреть экспозицию Анне Лесиной. Чистота, мечтательность и непосредственность остались в прошлом. Искусство последних десятилетий 20-го, начала 21-го веков подмечает новые черты, присущие миру ребенка. Отныне юное поколение – это борцы, скорбящие созидатели и приверженцы идеи self-made. Выставка «Осторожно, дети» – это исповедь художников о детстве, искаженном перипетиями эпохи. Дети ведь очень часто копируют взрослых, а взрослые в связи с тем, что наше время наполнено такими коллизиями, поэтому эти проблемы очень часто выливаются и на детей, поэтому дети иногда утверждают себя в этой жизни как взрослые. Многоголосица темы стиля и юмор заявляет о себе в гротескном ключе. Мальчишки смачно уплетают груши, школьница, оставив поверженных товарищей позади, победоносно выбегает из кабинета на перемену. Детский максимализм и хаос – ведущие мотивы воплощения творческой энергии. В последние годы 20 века утверждаются новые тенденции в искусстве. Изображения типажей лихих 90-х часто связаны с мифологическим подтекстом. Так, например, картина Льва Табенкина «Изгнание из рая». Ребенок на ней избрал роль вожака и ведет за собой нагруженных скарбом родителей. Изображение человека вообще присуще художнику Олегу Целкову. Семейный портрет включает мотив карнавальности. Это не просто маски, здесь еще и просто они пригвождены. В то же время здесь есть и лирическая линия. Вот эта вот стрекоза, которая подлетает к ребенку, это как символ жизни. Детство, как самый беззащитный этап жизни, находит воплощение в инсталляциях Сергея Бородкина. Детские лица на дорожных знаках словно взывают к вниманию и предупреждают об угрозах и соблазнах, таящихся на пути взросления. Мне как раз-таки интересуют не новые знаки, которые висят на дороге. Меня интересуют как раз-таки старые, бывалые знаки, потертые, пошарпанные, которые, можно сказать, видели жизнь. Душевное напряжение нашего времени наделило детей на полотнах взрослым пронзительным взглядом. Но за каждым мазком кисти все же кроется судорожная попытка ребенка противостоять гнету реалий и желание сберечь детство как дар, как неповторимое время, когда все кажется удивительным.